Молодежный парламент Бобруйска организовал субботник на территории Бобруйской крепости. Цитадель – помник архитектуры первой половы 19-го стагодия, славутость города, якую часто наведывают туристы. И молодь имкнется, как культурная столица Беларуси Бобруйск сустракал гостей шестеней и парадком. Молодь Бобруйска не просто жадая чистини у городе, а наводить яе активисты молодежного парламента, які створены при горсовете депутатов, амаль у полном складе, вышли на субботник на территории Бобруйской крепости и притягнули до своей справы старшеклассников соседних школ. Мне очень обидно за бобруйчан, которые мусорят здесь, и нам приходится убирать за них. Мы везде участвуем для того, чтобы город знал нас и поддерживал тоже нас. Сегодняшняя акция, она в первую очередь направлена на то, чтобы наш город стал чище. Мы пытаемся показать хороший пример молодежи. Сёлета Бобруйск отзначае 630-годие и с гонором носит звание культурной столицы Беларуси. Горожане различивают притягнуть увагу туристов до истории Бобруйска, а Бобруйская цитадель отыграла значную роль у войне с наполеоновской армией. Мы убирали ведь еще Луковую гору, мы стараемся делать так, чтобы город был чистым, красивым. Мы хотим, чтобы люди не мусорили. Мы представляем все учебные заведения нашего города, всегда очень активные, позитивные, потому что нам с друг другом весело. И когда нас много, это намного интереснее делать, намного быстрее, и работа сплочает коллектив. В этом году нашему городу 630 лет, и молодежный парламент непосредственно будет принимать в этом участие, будут проводиться многочисленные мероприятия, такие как велопробег с историей города и многие другие. Ну а покуль юнаки и девчата допомагают наводить парадок у Бобруйску. На чарзе агульно-городский субботник 25 соковика. Молодежный парламент города будет працевать у лесопарковой зоне. Татьяна Сергійчык, Миколай Соболев, новини региона.